Не сомневаюсь, что вы, наверное, почти на каждой лекции слышите слова, такие как духовная жизнь и то, что с ней связано. Я говорю не на моих лекциях, естественно, а на лекциях фактически по всем предметам, поскольку любая из богословских дисциплин семинарии и академии, она, конечно же, включает в себя это в качестве основного. Все прочее является только средством. Мы об этом же говорили с вами. Все прочее – знание догматов, знание истории, знание жизни святых и не святых, изучение психологии. Вообще все предметы, они в конечном счете являются средствами к лучшему пониманию того, что является духовной жизнью человека. А когда мы говорим о духовной жизни человека, то, естественно, говорим именно о православном понимании этой духовной жизни. Так я к чему это говорю? Хотя вы, конечно, это постоянно слышите, и я боюсь, что, может быть, вам это даже немножечко уже наскучило. Я понимаю, что метабред яшь умеренно, да никак у пресыщен изблюеши. Да, я цитирую Священное Писание, не подумайте, это не я сочинил, что изблюеши. Да. Тем не менее, считаю, что этот вопрос, будучи главнейшим во всем нашем образовании, он должен быть рассмотрен с разных сторон. И, в частности, мне кажется, мы должны с вами тоже о нем поговорить. Я, по крайней мере, не стесняюсь говорить о нем, хотя бы это и подчас являлось каким-то даже повторением многих вещей. Я думаю, что все-таки нужно нам усвоить некоторые весьма важные вещи, связанные с этим. Помните, мы с вами начали говорить о возможностях богопознания. Возможностях. И сказали, что есть рациональные способы выражения знания о Боге или рациональное богопознание, которое, в частности, связано с апофатическим и катафатическим подходом к описанию Бога. А есть духовно-опытные. И вот, вы знаете, какое дело? Что это такое духовно-опытные? Что это за штука, с чем ее едят, в конечном счете? Что это такое? Вот давайте сегодня попытаемся поговорить об этом. Просто попробуем. Я прекрасно понимаю, что изложить этот вопрос как-то, до конца или очень полно, окончательно, просто невозможно. Наверное, невозможно. Прекрасно еще лучше понимаю, что, наверное, этот вопрос наилучшим образом мог бы изложить тот человек, который сам имеет этот опыт. Но мы вынуждены, даже не имея опыта, но на основании опыта тех, кто действительно его имел, кто имел правильный опыт, на основании этого опыта изучать его. Еще раз вам говорю, как важно иметь правильную карту. Кто-то, может, не пойдет по этой карте. Не пойдет, изучит, скажет, и пусть идет, кто хочет, а мне и тут хорошо. А кто-то, может быть, и пожелает все-таки пройти по этому пути. По крайней мере, в принципе, я несколько, конечно, идеализирую, но скажу, что каждый тот, кто сознательно назвал себя христианином, то, наверное, хотя бы в какой-то степени, но он пожелает пройти по этому пути. Пусть хоть сколько-то, но сделать. Но в любом случае, независимо от нашей ревности, усердия, поскольку многие из нас станут священниками, то есть руководителями приходов, кто-то станет педагогами, которые волей-неволей должны тоже будут говорить своим ученикам об этом, то мы должны с вами хотя бы иметь правильные теоретические знания. Правильные теоретические знания. Слышите, это очень много значит, я вам скажу. Иметь верное представление об этом. Так вот, если хотите, первое, о чем я хочу сказать, то это объяснить слово «духовное», чтобы мы имели представление об этом. О чем мы, собственно, с вами будем говорить? Что такое духовное? Мне представляется, я часто буду повторять вот такую мысль, мне кажется, мне представляется, я думаю.
Правда, сразу вам оговариваюсь, что хотя я так выражаюсь, но стараюсь выражать не свое личное мнение. Где будет только мое личное, я скажу обязательно. А стараюсь высказывать то, что выражает действительно, ну, по крайней мере, те святые отцы, с которыми приходилось вот знакомиться, которых читать. Вот. Их именно этот взгляд, а не чей-нибудь. И этот взгляд никакой не просто мнение, мне кажется, а их взгляды подчерпнуты из их опыта богообщения. Так вот, когда мы говорим о духовности, мне хочется сначала дать вот представление о том, о чем мы будем говорить. О чем? Что это, что мы называем духовным? Это же нам надо понять, а потом уже будем, так сказать, идти дальше. Дух человека, содержание его духа определяется прежде всего и главным образом той целью, к которой он стремится в своей жизни. Если хотите, той последней цели, к которой он стремится, то есть главной целью, окончательной целью. Иначе это называется смыслом жизни. В конце концов, бывает же смысл. Вот я пойду туда-то для чего? Какой смысл тебе в этой работе? Скажи мне, ему отвечают, ему говорят. Что ты туда идешь? Он говорит, какой у него смысл. Зачем ты идешь в этот институт? Чего тебе там делать? Он объясняет. То есть мы в каждом конкретном каком-то вопросе жизни мы находим смысл. Мы же бессмысленно не делаем же. Скажет сумасшедший человек, который что-то делает бессмысленно. Мы всегда видим причину наших действий. И если мы видим причину тех или иных поступков, то тем более мы должны, наверное, видеть и понимать смысл своей жизни. Что я хочу? Мне не надо никакой философии, никакой религии. Вот я хочу... Так, какой смысл? Зачем я живу? Ради чего? Чтобы стать богатым. О, верно. Как у меня гробу похоронят. О, как интересно, знаете ли. Добиться славы. О, сколько на подушечке орденов будет. Лежать рядом, правда же? Ну, смысл же, правда же? Еще бы. Давай. Ну, какой смысл? Приобрести знания. Помер, рассыпалось все, и знаний моих нет. Как компьютер рассыпанный. Ну, разные могут быть варианты. У кого что? Кто-то видит смысл жизни в каких-то благах или интересах этой жизни. Например, собрать марки. Столько марок собрать, и таких, которых ни у кого нет. Представляете? Ну, еще какой смысл? Вы просто не понимаете, какой это может быть смысл в этом. То есть смыслов может быть много, но очень важно, что я вижу главной целью, если хотите, окончательным смыслом. Вот самым последним, не вот эти вот такие периоды, этапы, что на этом пути я решаю, а в конечном счете. Вот это самое последнее определяет направление всего моего духа, то есть моей личности, моего сознания, направление всех моих сил. Я стремлюсь к этому. Вот, в конечном счете, вот этот широкий фронт моей жизни, но цель у меня вот та. Вот оно. И это определяет мое духовное, если хотите, состояние. Направление этого состояния. Их Бог чрева. Пол-литра и селедка, кусок селедки. Все, больше ничего не надо. Вот и вся духовность. А что еще вы хотите? Ничего больше не надо. Видите? Бог. Я не случайно сказал. Да. Потому что вот эта последняя, окончательная цель, в чем я вижу смысл всей своей жизни и деятельности, это и есть для меня Бог. И Он-то это божество и указывает на направление моей духовности. Может быть, еще не все мое состояние таково. Не все. Но, по крайней мере, направление уже ясно. Мой дух ориентирован на это. Это уже определяет направление моей духовной деятельности. Итак, эта духовность, видите, может быть очень различна, в зависимости от того, какова моя последняя цель. Совершенно это очевидно. Так вот, первое, что мне кажется очень важно, это в конце концов, ну надо же хоть раз в жизни задуматься над тем, а что, интересно, что я хочу? Да, надо же подумать.
Так трудно. Интересно. Вот смысл своей жизни. То есть задач-то много у меня может быть. Окончить то-то, получить то-то, заслужить то-то, жениться или выйти замуж так-то. Это все пройдет. А что я вижу самое-самое, последнее? Все-таки об этом, наверное, стоит подумать. Кто не думает об этом? Животные. Вот блаженные существа. У меня есть кошка, которая под названием Солоха Наумовна. Вот она об этом не думает, вы представляете? Я удивляюсь на нее, смотрю, не хочет думать. У нее совсем что-то другое, там какой-то мир, правда, мне непостижимый. Животные не думают. Поэтому говорить о духовности животного смешно. Не можем. Человек мыслит, и он должен, он может, хотя может и не думать об этом. Но когда он об этом не думает, он сам себя снижает до уровня животного. Жить для того, чтобы только есть и пить – это животное. Но если есть и пить для того, чтобы осуществлять деятельность, тут уже какую? Итак, первое, значит, что очень важно для нас – цель жизни, смысл жизни – определяет направление духовности человека. Степень осуществления, то есть степень поглощения моей души этой целью, уже свидетельствует не только о направлении, а о состоянии моей духовности. Правда же? Когда я ничего другого не вижу, как вот я сказал, кроме вот этих сиюминутных, то и говорят, ну, животные есть животные. И больше ничего. Или настоящий сатана. Или действительно святое существо зависит от этого. Значит, направление духовности от цели, состояние духовности, этой духовности, к которой я стремлюсь. Так? Состояние – это степень осуществления в моей жизни того, к чему я стремлюсь. Если хотите, степень поглощенности, степень ревности и так далее. Вот. Это очень важно. Это очень важно. При этом вы теперь, наверное, и вполне понимаете, что здесь на этом пути мы видим разницу между духовностью и нравственностью. Нравственность подчинена, должна быть духовности. И она, конечно, ей подчиняется, нравственность, она подчиняется. Вы знаете, я могу быть человеком очень религиозным, ну, внешне, религиозно, все исполнять уже как положено. А на самом-то деле меня интересует вовсе не Бог. То есть Бог – это для меня абстракция, а Бог как существо любви, смирения, если хотите, правды, красоты и так далее, истины, это меня нисколько не беспокоит. Это меня не интересует. И тогда вы знаете, какие вещи любопытные могут возникнуть. Я могу даже вести вполне церковный образ жизни, церковный, то есть вести себя нравственно нормально, ну, безупречно, нравственно вести. И в то же время, поскольку не Бог является моей целью, не эта истинная любовь, которая называется Богом, я могу внутри, духовно, иметь прямо противоположную направленность. Вот это самое, кстати, страшное явление, которое, наверное, может быть в земной жизни, на планете, когда человек, кажется, исповедует высокие религиозные истины и Бога, на самом деле все имеет духовность прямо противоположную. Евангелие – великолепная иллюстрация, когда Господь обличает, причем не как-нибудь обличает, а вот это состояние, с гневом обличает, с гневом, уподобляет даже змеям, которые, знаете, прячутся этот в листве, ехидным, гробам окрашенным и так далее. Лицемеры прямо называет даже так. То есть духовность у них, смотрите, какая жуткая, ничего не имеющая общего с Богом, нравственность. Все нормально. По закону
Они были людьми праведными. Я хочу объяснить, видите, какое может быть совсем не совпадение. И на самом деле это не совпадение. Духовность и нравственность – разные вещи. Правильная духовность, она обязательно повлечет за собой и правильную нравственность. Но нравственность даже, нравственность как таковая, как выявление моего отношения к окружающему миру, совсем еще не обязательно предполагает и верную духовность. Лицемеры. Вот как Господь определил тех, которые вели по внешней своей стороне жизни правильный образ жизни, нравственный, я скажу, образ жизни, в то же время были заражены всеми страстями этими жуткими, вот этими духовными страстями, тщеславием, гордыней, человекоугодием, лицемерием и так далее. Духовность и нравственность – разные вещи. Это очень важно понять, друзья мои. Кстати, иногда эти понятия отождествляются. Иногда они отождествляются даже в святоотеческой литературе. И говоря о духовности, говорят о нравственности. Или наоборот. Ну, вы знаете, наш язык, он же несовершенен. Ну, вы же понимаете. И многие понятия, они постепенно выкристаллизовываются. Вот. Но язык для того нам и дан, чтобы мы могли различать понятия и вещи, а не смешивать их. Беда, если мы стол и стул начнем называть одним и тем же словом. Я говорю, принесите мне стул, мне принесут стол. Ну что, садиться на стол? Ну что же это будет? Приходится различать понятия. Итак, я вам сказал о понятии духовности в самом общем смысле слова. В самом общем. Духовность может быть святая, может быть сатанинская, может быть, если хотите, животное. Или, как Господь сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Вот это животное, это уже отсутствие вообще чего-нибудь. То есть, видите, она может быть очень различной. Мы с вами попытаемся говорить о том, что наиболее близко нам по нашим интересам. Да и с нас все спрашивают, а что это такое православная духовность? Что это такое? Вот о чем попытаемся мы говорить. Это для нас важно. Итак, как я сказал, что духовность – это есть вектор, прежде всего вектор, который имеет конечную, определенную конечную цель. Что же в православии является таковым, и что является в данном случае очень важным и характеризующим православную духовность? Придется говорить и некоторые общие слова, но я потом попытаюсь их объяснить. Я очень боюсь быть проповедником, который говорит, вот, знаете, такие слова и фразы не объясняя. Это очень опасное дело. Что-то не объясню, обязательно потом потребуйте, чтобы я объяснил. Так, какова, значит, направленность православной духовности? Православная духовность. Оказывается, целью или смыслом православной жизни является сам Бог. Вы слышите? Я очень это подчеркиваю, друзья мои. Не Божье дарование. Нет, нет, нет. Не дарование Божье. Нет, сам Бог. Где Он? Там? Да и нет. Тут? Да и нет. Бог вездесущ. Царство Божие внутрь вас есть. И если говорить по существу, Бог внутри человека есть. Это в высшей степени важно. Это величайшая драгоценность, величайшая, сокрыта в человеке. В человеке, в каждом из нас, в его сердце. Об этом говорит Господь. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Итак, сам Бог является этой целью. Кто Он как Бог? Как мы можем понять? Как мы можем стремиться к Нему? Кто Он есть? Вот здесь, не имея религиозного опыта, мы вынуждены обратиться под катафатическим определением и выразить приблизительно таким образом. Это естественное стремление, если хотите, человека к чему? К правде. Посмотрите, как мы возмущаемся несправедливостью. Ну, правда же. Как мы возмущаемся глупостью, неразумностью поступков. Конечно, в других людях, не в своих. Когда сам я не возмущаюсь, это сами понимаете, да, это невозможно возмущаться.
чтобы я сам собой возмущался. Я, по крайней мере, такого еще в истории своей жизни не встречал. То есть очень редко встречал. А вот другими – постоянно. Так вот, это стремление, вот такое внутри души оно есть. Да. Особенно посмотрите, как дети остро ощущают несправедливость. Они особенно остро это ощущают. Стремление к чему у нас есть? К любви, благожелательству ко всем людям. Это есть в каждом человеке. Хотя мы постоянно замечаем и другие вещи, противостоящие этому. Но об этом поговорим. Итак, что такое стремление, значит, вот этот смысл жизни, как он может выражаться в православии? Православие он выражается как стремление к тому, по крайней мере, что нам известно о Боге. Это будет стремление к Богу. Бог есть любовь, и пребывающие в Боге пребывают в любви, и Бог в нем. Что это такое любовь? Об этом мы поговорим. О, это какие вещи, это серьезнейшие вещи. Здесь можно наломать столько дров, что потом и не соберешь ничего на свете. Бог есть величайшее смирение, снисшедшее до креста. Но какое смирение? Какое мужественное смирение, вы подумайте только. Не знаю, вас поражает или нет, но меня всегда поражает, когда он связанный, когда в него плюют, когда над ним издеваются, когда бьют, закрывают глаза, прозри, кто это такое. И вдруг одному, который нанес особенно жестокий удар, он говорит: если я не прав, скажи, что я не прав. А если я прав, за что ты бьешь меня? Это в этом состоянии. Какое чувство, потрясающее чувство, если хотите, собственного человеческого достоинства. Не гордости, вы слышите? Что часто смешивают, это совершенно разные же вещи. Чувство человеческого достоинства, преисполненное, с одной стороны, глубокой великодушия и правды. Увидите, смирение интересное какое, а? В чем заключается? Оно сопряжено с таким вот качеством, совершенно неожиданными проявлениями. Ведь он же сказал: научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Я бы сказал даже так, когда мы говорим о православном стремлении к Богу. Бог явил себя во Христе. Вот он, тот образ человечности, тот образ, если хотите, красоты и святости, равного которого в истории человечества мы не находим. Кстати, ни в одном художественном произведении. Даже в постхристианскую эпоху, извините, не в постхристианскую, в христианскую эпоху, сколько пытались создать этих образов, идеальных образов, не находят. Достоевский – это же великий психолог, это же величайший, наверное, психолог из светских таких авторов, попытался нарисовать, вынужден был назвать его идиотом, во-первых, потому что действительно в этом мире его поведение иначе и не расценить. Но опять сравните князя Мышкина и Христа, скажите: боже мой, ну, Достоевский, ну, что ты делаешь? Или Сервантеса возьмите, Дон Кихота. Что это такое? Образа такого, я говорю, даже в художественном плане, даже имея перед собой образ Христа, не смогли создать что-то равное, даже художественное. А речь идет о реальном Христе ведь, а не о ком-нибудь. Так вот, когда мы говорим о смысле христианской жизни, вот образ человека, вот он, нормальный человек. Вот меня поражает в нем что? В нем меня поражает, вот он поражает во всех смыслах, в своем нравственном поведении, в своем общении с людьми, в своем мужестве, какое удивительное, любовь, праведный гнев, все кажется в нем, вот я кем хочу быть, вот мой смысл жизни. Вы слышите? Вот мой смысл жизни, вот цель, к которой я стремлюсь. В XIX веке где-то в конце, по-моему, может, даже в начале 20-го, точно боюсь сказать, уже здесь, знаете, был такой
некий тоже идеал, если хотите, у молодежи, так был комильфо, человек безупречного поведения, безупречного такого поведения. Вот бывают такие, создают некие образы, манеры, так, который должен себя вести вот так, так и так, и больше, и не иначе. Это очень был прекрасный образ в нравственном смысле, поведенческом смысле. Понятно, на что я ориентируюсь, когда говорю о православной духовности. Вот на кого я ориентируюсь, вот мой смысл. Причем какой? Вот это я хочу подчеркнуть. Рисуют некие идеальные образы, могут рисовать, даже в безрелигиозном мировоззрении. Создают некий образ, вы слышите, создают усилиями ума, воображения, так? Создают. Это некий искусственный, это некая абстракция. Абстракция, которая не имеет твердых даже параметров. Его нет реально. Чем характеризуется христианство? Имеет реальный идеал. Христос – это реальный идеал. Это идеал воплощенный. Это не абстракция мыслительная, а некая реальность, к которой я действительно могу стремиться. Это реальный образ. Первое, с чего, если хотите, начинается духовность и может быть, начаться, а может, одно из первых, я уж так боюсь особенно сказать, твердо настаивать, но хочу сказать, с правильной мысли, правильного выбора, вот того идеала, верного выбора. С правильной мысли начинается. Неправильная мысль – это страшное дело. Это страшное дело. Это, я вам скажу, катастрофа. У Игнатия Брянчанина есть такие, замечательное такое выражение. Говорит, человек подобен кораблю. Он может быть нагружен огромными богатствами. Может быть, и совсем без этого. Дело не в этом. Корабль плывет к той цели, которая избрана. И знаете, какая вещь любопытная? Что это огромная махина, допустим, представьте, огромный корабль. Чем он руководится? Как он образно выражается? Несчастной маленькой дощечкой, которая называется рулем. Ну, дощечка, сейчас железка. Руль поворачивает корабль и может увести куда угодно. Помните, 15-летний капитан, с чего начались все приключения? Подложил там топор, компас, стрелка повернулась, и корабль плыл туда, а попал сюда. Вы слышите? Как имеет огромнейшее значение правильный ориентир жизни. Видите, опять мы к чему сходим. Правильная мысль. Вывод какой? Первый и важнейший вывод. Мысль, мы привыкли к мыслям своим относиться бессмысленно. Мы не придаем им никакого значения. Мы им позволяем делать у себя в голове, в душе все, что угодно. Это какая-то царица, которая что хочет, то и делает. В результате мы чему уподобляемся? Вы знаете чему? Пыльной дороге, на которой любая скотина оставляет свои следы. Какая ни придет мысль, и крутит. Есть мысли пустые, бессмысленные. Не пойми, не разбери. Есть мысли пакостные, ужасные. Есть мысли зависти, злобы, гнева, раздражения, гордыни. Есть мысли безнравственные, чего только нет. Оказывается, когда мы говорим о духовности, первое, на что должны обратить внимание, то есть это уже второе, первая цель, на контроль над своими мыслями. Там, где они мной руководят, учтите, ни о какой духовности речь не может даже идти. Или я их контролирую, я ими управляю, я с одними борюсь,
а другим даю не только свободу, а занимаюсь даже ими. Только там, только вот в этом начале, да, можно ждать чего-то, какого-то начала духовности. Иначе все бессмысленно, все бессмысливается иначе. Мысль – великое дело. Более того, святые отцы понуждают человека, знаете ли, к чему? К Богомыслию. Это совсем другое, нежели молитва, слышите? Есть молитва, а есть Богомыслие. Это совсем разные вещи. Не смешивайте, пожалуйста. Что такое молитва? Ну, мы имеем представление, по крайней мере, теоретическое представление имеем. А что такое Богомыслие? Совсем другое. Это совсем другое. Приведу пример, чтобы мы, ну так, имели представление об этом. Вот с человеком скорбь происходит какая-то. Он приходит, там, жалуется, спрашивает, ищет поддержки. Или мы знаем просто об этом. Сами испытываем на себе. Все у нас бывает, все в нашей жизни. Пример Богомыслия каков? Я же знаю, что ничего в этом мире не происходит случайно. Ничего. С христианской точки зрения случайностей нет. Все обусловлено. Обусловлено. Все промыслительные действия Божьи обусловлены чем? Состоянием моей души. Все, что происходит со мной, я знаю, это есть самое-самое полезное для меня. С точки зрения вечности, с точки зрения спасения. Самое полезное. Вот это вот даже тяжелый скорбь, который нахлынул, я знаю, что это самое полезное. Ведь бывает же для человека, когда он заболевает очень тяжело, и ему совершают операцию, иногда совершают очень тяжелую операцию. Он не только идет на нее, он отдает все, что он имеет, только бы сделали ему эту операцию, чтобы не умереть. Мы же это знаем, знаем. Бог есть подлинный врач и великий, и искусный, и любвеобильный. Все, что совершается со мной, это есть самое лучшее. Представьте себе. Представьте, когда я понимаю, что меня не пытают бормашиной в зуб, а лечат этот зуб. Разница есть? Еще какая? Еще какая разница? Что вы? Я вот не помню, говорил вам или нет, был в Сарове, там в храме. Я стою, и мне говорят, вот здесь под храмом, так, подземелье, где был так называемый зубной кабинет. И когда приходили в камеру и говорили, такого-то в зубной кабинет, многие падали в обморок, сразу теряли сознание. Оказывается, это была камера пыток. Но пыток каких? Связанных с зубным. Человека привязывали жестко, ну и Бог знает, что делали. Да. Представьте себе это. А представьте себе, когда любвеобильный врач, ваш, который вас любит не знаю как, готов все вам сделать, душу свою отдать, но говорит, надо лечить это. Да, будет очень больно, но что делать? Другого нет, выхода. Вот что происходит с нами. Таково, если хотите, такого догмат христианской веры. Мы, к сожалению, догматами называем вот только вот те вещи, вы знаете какие. Это догмат христианской веры. Кстати, если хотите, один из важнейших догматов для нашей жизни – я знаю, что со мной все происходит самое лучшее с точки зрения спасения. Теперь поняли, что такое Богомыслие? Это Богомыслие. Это еще не молитва, это рассуждение, но насколько оно важно нам в нашей жизни. Как мы можем помочь друг другу именно таким Богомыслием. Так вот, значит, святые отцы понуждали и говорили, что очень полезно заниматься Богомыслием, это необходимо. И есть бесчисленное количество есть вопросов, по которым мы можем действительно заниматься Богомыслием. Мы должны рассуждать о добрых делах,
Как важно рассудить, чтобы нам не попасть в руки тщеславного дьявола. Правда ли? Мы должны рассудить о молитве, чтобы вообще не впасть в какую-нибудь прелесть. Мы должны постоянно рассуждать. Святые отцы, вот это все единогласно. У тебя нет добродетели без рассуждения. Нет. Где нет рассуждения, там есть громадная опасность, что мы можем поспать совсем не туда. Молитва хорошо, без рассуждения она может превратиться в орудие гибели. Пост хорошо, то же самое, и так далее. Подвиги хорошо, то же самое. Видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Если видишь летящего в преисподнюю, вытащи его за ноги на землю. Во всем нужно богомыслие. Вот видите, оказывается, мысль первое, на что, вот, друзья мои, надо обратить внимание. Вот особенно, когда уже прошли семинарию мы и академию, некоторые даже кончили академию давно, что, наверное, давно пора, голубчику, заняться этим вопросом. Нельзя к мыслям относиться, знаете, как к пустому делу. Мысль может убить человека. Слышите? В прямом смысле слова. Сколько случаев, когда неосторожно говорили матери о гибели ребенка, и у нее тут же происходил разрыв сердца. Мыслью можно убить. Мыслью можно спасти человека, исцелить человека. Вот мне передавали как совершенно реальный факт, как одна молодая девушка заболела туберкулезом еще в 30-е или 40-е годы, когда туберкулез легких – это было все, это смерть. Так? Но вдруг она влюбилась, и в нее влюбились. Причем так, с такой силой, что, оказывается, эта любовь полностью исцелила. Причем все врачи были потрясены. Это реальный факт. Так. Это, конечно, чувство, но я вам скажу, мысль то же самое может убить, может воскресить человека. Вот как бы это так нам обратить внимание на мысли, чтобы мы занялись ими в нужном направлении. Мы должны быть в высшей степени внимательны к этому. Не давать свободы этой скотине, которая может бродить там и делать все, что угодно. Хочу вам прямо сказать, там, где не будет контроля с мыслями, где не будет борьбы, как говорят святые отцы, с помыслами греховными, не ждите, никакой духовности не будет. Хотя бы мы причащались каждый день, хотя бы мы принимали все саны, которые только есть на земле, хотя бы мы ходили в церковь, я не знаю, что делали, хотя бы били бы по миллион поклонов. Если мы не будем бороться с мыслями и не будем понуждать себя напротив, к мыслям противоположным, ни о какой духовности речи быть не может. Ибо она мысль, направление нашего ума, она направляет наш корабль в ту или в другую сторону. Молитва – это есть мысль. Богомыслие – это есть мысль. Более скажу вам, ни одно преступление – вы слышите? Ни одно тяжкое преступление не совершается просто так. Раз, и человек убил человека. Пошел и убил. Я не говорю о ненормальных людях. Я говорю обычно. Сначала человек в мыслях совершает грех. 10, 100, 1000 раз. Мысль. Она его уже настраивает на этот лад. Мысль завершается поступком. Это надо помнить. Это надо помнить. Человек, стоя на краю пропасти, если он не видит этой пропасти, он и не упадет. Он даже не упадет. Стоит ему посмотреть, все, он может тут же упасть, его держите. Пришла мысль, что я туда упаду. Все, действительно упаду. Действительно. Знаете, лунатики ходят, там на каком этаже все по перилам балкона, и ничего. Не вздумайте в этот момент разбудить его. Да.
все, он погибнет. Здесь он будет ходить совершенно спокойно. Мысль, что вы, это огромная сила. Скажу и другое дальше. Вот йоги, например, хвастаются, что могут мыслью даже убить слона. Но я не знаю, убили ли они хоть одного слона или нет. Но, правда, им запрещается, правда, убивать все живое. Но они говорят, что могут. По крайней мере, то, что мысль – это такая сила, которая действительно может совершать потрясающие действия с человеком, это бесспорно. Она может заворожить человека, она может обладать человеком, она может загипнотизировать человека. Она может сделать его как праведным, так и грешным. Поэтому, если хотите, все религии обращали на это внимание. Все религии. Христианство особенно. Без этого невозможно. Кстати, буддизм – то же самое. Я не могу забыть фильма «Кто такой йог» или «Кто вы йоги?» Это был давно фильм, где показывали маленькую пятилетнюю девочку, которая пыталась, знаете, как когда человек вот что-то хочет сосредоточиться, он немножко морщит так, вот она пыталась сморщить лоб, но никак не получается, конечно, у нее. Но эта картинка была замечательная. Она уже тренировалась в чем? В концентрации мысли. Солнечные лучи не зажгут этого. Возьмите увеличительное стекло, соберите. Все. И загорелся лист бумаги. Что вы? Мысль может концентрировать. Мысль может быть рассеянной. Так и говорят. Есть молитва внимательная, и тогда она очень действенна для души человека. А может рассеянная, настолько рассеянная, что там вообще и солнечных лучей не видно. И тогда, кажется, человек молится бессмысленно. Бессмысленно. Или читает молитву. Вот я, ну, не скажу где. Зашел в храм, читает человек часы. Даже слова почти не выговаривает. Куда спешит, не знаю. Он же ведь, знаете, на 39 секунд быстрее прочитает часы. Ради Бога прошу вас, никогда не делайте этого. Вы ничего не выиграете. Ничего, но потеряете очень много. Нельзя Богу, перед Богом читать «ла-ла-ла-ла-ла». Избави Бог вас. Особенно вот вы в академии должны пример просто подавать. Вы просто обязаны пример подавать. С вас как хотите, а берут пример. Даже бессознательно, а пример будут смотреть. А, он в академии, смотрите они. Как? Ни в коем случае, избави Бог. Читать бессмысленно, с какой-то спешкой. Это же убийство просто. Надругательство над священными словами. Вы видите, как я много говорю о мысли. Это совершенно необходимо. Потому что это вот база, на которой только можно что-то строить. Без внимания к своим мыслям, повторяю еще раз вам, друзья мои, невозможна духовная жизнь. И поэтому теперь мы можем себя оценить объективно. Вот теперь можем немножко объективно себя оценить. Как у меня с мыслями-то обстоит дело-то? Можем? Можем. Но умолчим, никому не расскажем. Никому не расскажем, как обстоит дело у меня с мыслями. Итак, первое, и это в высшей степени важное. Следующее, о чем необходимо сказать. Это условие, я вам сказал, духовной жизни. Мысль, контроль за мыслями. Это условие. С чего она сама начинается теперь? Это условие необходимое. С чего она начинается? Вот, вы знаете, во многих богословских сочинениях всегда говорится, что духовная жизнь начинается с веры. С веры в Бога, с веры во Христа, с принятия таинства крещения и так далее.
Нет. Нет. Не с этого начинается. Можно принять таинство крещения, можно сказать, что я верую в Бога, а изменений-то и не произойдет. Если есть условия, главнейшие, с чего начинается духовная жизнь, не с этого, учтите. Духовная жизнь – это обращение вот к тому, кому мы сказали Богу, обращение, кто наш Бог, Спаситель. Кто наш Бог? Это сама истина, святыня, чистота и любовь. Знаете, с чего начинается духовная жизнь? Начинается она с осознания, с чувства и осознания того, что я совсем не тот, кем я чувствую и знаю, должен быть. Я просто скажу, духовная жизнь начинается с покаяния. Покаяние, сами понимаете, у кого возможно? Тот, кто видит у себя, в чем нужно каяться. С покаяния начинается духовная жизнь, а не с чего-либо другого. И вера, и принятие веры только тогда оказывается действенным в плане духовной жизни, когда это начинается с покаяния. Вы обратили внимание? Иоанн Креститель о чем говорил? Покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. Поразительное дело. Он должен уготовить пути Христу. С покаяния начинает. С чего Христос начинает свою проповедь? С этого же самого. Это, я вам скажу, серьезнейшая вещь. Духовная жизнь может начаться в человеке только тогда, когда я увижу, что я совсем не тот. Не тот. Причем, вы не думаете, что обязательно это... Это обязательно он перед лицом Евангелия Христа. Он, может, даже еще не знает ни Христа, ни Евангелия. Он ничего не знает. Он просто увидел, что он не то. Совсем не то. Это жизнь, которой он живет, не та. Это все бессмыслица какая-то. Это одна какая-то суета. Один какой-то мусор. Мусор с грязью. И вообще неизвестно, с пустотой какой-то. С никчемностью. Не то совсем. Что? А я думал, что... Нет, да, еще кротость не наступила еще. Так. Совсем не то. Вот с чего может начаться духовная жизнь. Если этого в человеке нет, скажу вам прямо, то же самое. Никакой духовной жизни не будет. Все могу делать, как положено. Как положено, все могу делать. Это, знаете, слово такое священное – положено. Поститься – положено. Ходить в храм – положено. Заказывать – то-то, другое – положено. Все положено. Все может быть положено. И никакой духовной жизни. Христианское, вот это начало духовной жизни, усмотрело христианство самый корень души человеческой. Не может быть изменения там, где я удовлетворен своим настоящим состоянием. Слушайте, у меня все есть, мне ничего не надо. Чем мне говорить, туда-то, то-то идти, заработать там можно, сделать то-то, да мне ничего не нужно. У меня все есть, все. Ничего мне на свете не надо, ясно вам? Вот это состояние, когда человек всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, по Пушкину, это состояние абсолютно не способно к какому-то духовному движению. Не способен этот человек. Это есть те мертвые, о которых сказал Христос. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Вот она, мертвенность. Началом духовной жизни является видение, вот видение, усмотрение, внимание к себе, ощущение, переживание. И сознательное, я вам скажу, сознательное осмысление видения, что я совершенно не то, что мне надо. Я живу не то, не так. Я делаю не то. Не то все. Да кто же я такой, в конце концов? Отсюда начинается поиск. Поиск. Что мне сделать?
Как мне быть? Где я увижу вот эту ту норму, если хотите, человечности, и тот правильный путь жизни, на котором бы я ощутил, что я увижу себя, ну, человеком? Вот оно, где начало духовной жизни. Я вам скажу, что без видения своей греховности и проистекающего из него покаяния, только из этого возникает вера во Христа. Вы слышите? Точно наоборот тому, к чему мы привыкли. Мы привыкли так, что вера во Христа, я поверил, да, меня крестил патриарх особенно, если, то уж совсем, ну, архиерей, ну, ладно уж, так и быть, да. И теперь все, я крещенный, и поехала. Нет, не вот эта вера, а именно осознание своей греховности и проистекающее отсюда чувство покаяния, может, пока еще просто раскаяние, перед кем? Я, может быть, даже еще в Бога-то не верю. Но я действительно каюсь в том, что я чувствую, что это нельзя же было так жить. Но какие глупости я делал, какие подлости я делал, какую неправду я совершил. У меня душа болит. Вот откуда только может действительно родиться правильная вера во Христа. Не абстрактная, не отвлеченная, не формальная, а вера во Христа, как того Спасителя, который действительно может мне помочь, на кого я могу надеяться, в ком я убеждаюсь. У святителя Игнатия Брянчанинова по этому поводу замечательные есть слова. «Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду Искупителя и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа». Вы слышите страшные слова какие. «Не может уверовать во Христа, не может быть христианином». Не может быть христианином. К чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Абсолютно точно. Для такого человека нужен не Христос, а Антихрист, который бы его наградил всеми наградами земными и небесными. Вот, оказывается, откуда проистекает вера во Христа, который может приобщиться человек. При каком только условии. Ведь сам Господь сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И пока человек не увидел, что он болен, он лечиться не будет. Никакому врачу он не пойдет. Вы подумайте, какая великая истина сказана в столь простых словах. Я здоров, мне лечиться не надо. Я здоров, мне никаких врачей не надо. Я и так хорош. Зачем мне Христос? Зачем? Ну, могу, ну, все так, ну, ладно, я могу сходить. Но он мне не нужен. Я это внутри душой чувствую. Зачем? Вот где корень. Вы слышите? Вот где начало уже духовного процесса. Оказывается, тогда начинается вот эта духовная уже жизнь, когда человек, внимая к себе, я выражаюсь святоотеческими словами, внимая к себе, увидит свои грехи, увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть, что он совершенно не соответствует, даже, если хотите, не только там Евангелию, а он не соответствует элементарным нормам того, кого можно назвать человека. Вот отсюда, друзья мои, и проистекает следующий момент, который в высшей степени важен в процессе духовной жизни. Речь идет вот о чем. Речь идет о какой-то фантастически парадоксальной ситуации, которую
наблюдать может себе христианин. Я другого слова не нахожу, как действительно фантастически парадоксально. С одной стороны, я, конечно, верю, что я грешный, но я именно верю, но я не вижу. Почти не вижу. Я вижу отдельные грешки в себе, грехи. Но что я грешный и грешник, это извините. Вот тут странным образом, с одной стороны, как мы с вами уже говорили не раз, с какой стороны меня не коснись, всюду у меня оказываются болезни. Всюду болезни. Не за день моего ни самолюбия, ни тщеславия, не за день моего желудка, не за день моего имущества, что угодно. Что угодно. Зависть, лицемерие, все что угодно. Все во мне же есть. Стоит только немножко понаблюдать за собой. Все, полный котел, полный мешок во мне есть. И я могу, в общем-то, убедиться. Кажется, теоретически. По существу я себя осознаю как вполне нормальным, здоровым и даже духовно здоровым человеком. И попробуйте мне сказать, что я духовно нездоров. Я тут же вам покажу все свое здоровье, так что вы в ужас придете от этого здоровья. Первой задачей в духовной жизни, слышите, первой задачей в духовной жизни является задача познать самого себя. Кажется, мы обращаемся к какой-то древней формуле. Помните, еще Сократ своим ученикам, проходя мимо Дельфийского храма, показал на нем надпись «Гнофи се автон» – «Познай самого себя». Что они подразумевали? Только не то, о чем говорит христианство. Когда мы говорим о познании себя в области христианской духовной жизни, то здесь речь идет о двух вещах. Первое – познание своих личных грехов, личных, свои неправды. Так? Второе – познание того, что сама природа моя оказывается больная. Я не потому спотокнулся, что я был невнимателен. Сначала я думал, что я просто невнимателен. И только. Оказывается, нет. Плюс к этому я, оказывается, еще хромой. А я и не видел. Представляете, какие вещи-то открываются? Поразительно. Я никогда не предполагал, что я хромой. Две эти вещи открываются человеку. Во-первых, своих личных погрешностей и грехов, и преступлений. Во-вторых, когда более я внимательно начинаю смотреть за собою и за характером своего поведения и отношения к окружающему миру, особенно к другим людям, я начинаю видеть, что, оказывается, сама природа во мне повреждена. Я даже этого никогда и не предполагал, особенно воспитанной в рамках нерелигиозной жизни, где человек, это действительно по-горькому скажешь, звучит гордо. Какая там гордость? Вот эти две вещи являются главнейшими, или, если хотите, являются фундаментом, на котором только может строиться дальнейшая духовная жизнь. Итак, в чем же эта парадоксальность, в чем состоит? Что, с одной стороны, кажется, если теоретически рассудить, теоретически, я не сомневаюсь, что я действительно грешный человек. Но парадокс в том состоит, я не вижу себя грешником. Тем более я не вижу поврежденности своей природы. Ни того, ни другого я не вижу. Это действительно парадоксальная вещь. Кажется, открыто, все, и не вижу. В общем, то, о чем писал вот святитель Феофан. «Сам дрянь дрянью, а все твержу, несь, якоже прочие человецы. Я хорош». Вот это чувство, которое присутствует, оно во всех присутствует, надо объективно смотреть на это.
Нельзя закрывать, в сущности, глаза или одевать розовые очки. Оно присутствует в каждом человеке. Я хорош. Вот это состояние преподобный Симеон Новый Богослов называл состоянием жестокой прелести, в котором находится весь род человеческий. Как можно познать себя? Вот вопрос. Как это можно увидеть? Здесь стоит, друзья мои, запомнить высказывание преподобного Симеона Нового Богослова. Оно звучит таким образом. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Ну, если бы сказать так, ну, на современном русском языке, то надо бы сказать, может быть, вот таким образом, что понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых открывает человеку его немощь. Он назвал общим словом «немощи», то есть которые присущи моей воле, моему личному произволению и моей природе. Оказывается, единственный способ, по которому, если я действительно хочу увидеть себя, кто я есть, если я действительно хочу быть христианином, единственный способ, оказывается, это принять твердое решение, в конце концов, надо же принять это решение, жить по Евангелию. Твердое решение – жить по Евангелию. Вот мне кажется, надо бы крестить бы только тогда человека, когда он пришел бы вот к этому убеждению, когда бы он сознательно сказал бы: «Отрекаюсь от сатаны, плюю на него, я отныне хочу жить по Христу». Вот теперь ты можешь креститься. Теперь ты действительно примешь благодать Святого Духа. Вот когда она станет силой, действующей в нем, возвращающей его. Вот. Когда начался бы действительно рост духовной жизни. Она скрестит в младенчестве и надеется, что без него Бог его сделает. То есть, прямо вопреки всему святоотеческому учению, которое утверждает: не может Бог спасти меня без меня. Не может Бог спасти человека без произволения самого человека. А тут за меня отрекаются от сатаны. А чего вы за меня отрекаетесь? А я не собираюсь. За меня обещаются Богу. Простите, кто может за меня отрекаться или кто может за меня обещаться? Простите, кто может? Даже, вы знаете, жена за мужа не может даже поисповедаться. Батюшки, такой упрямый народ не принимает исповеди у жены за мужа. Кошмар один просто. Даже это. А тут что происходит? На всю жизнь за меня отрекаются. Вот, я говорю, вот оно, когда может начаться духовная жизнь. Когда у человека, наконец, решимость отвергнуться дьявола и всех дел его. Решимость жить по Христу, по Евангелию. Вот оно, твердая почва, на которой возможна духовная жизнь. Только понуждение себя к тщательному исполнению, к тщательному жизни по Евангелию открывает мне, как перед лицом зеркала. Я думал, что я чудо красоты, а оказался Квазимодо, когда посмотрел в зеркало. Ничего себе! Я такого не ожидал. Вот оно, зеркало Евангелия. Надо начать смотреться в него. Надо сопоставлять свою жизнь, начиная с чего? Мы договорились. С мыслей. Начиная с мысли, сопоставлять свою жизнь с тем, к чему призывает человека Евангелие, к чему призывает человека сам образ Христа. Тщательное вот это исполнение заповедей, понуждение себя к этому – начнет постепенно открывать мне, кто я есть на самом деле. Вот это открытие
является необходимейшим условием. То, что мы называем аскетикой, аскетика как наука о духовной жизни, как наука о правильной духовной жизни, начинает с этого. Оказывается, самое трудное дело это человеку увидеть, что он действительно грешный, больной, что он сам по себе своими только собственными усилиями не может ничего сделать. Только своими, я подчеркиваю. Потому что есть очень большая ошибка подчас. Я ничего не могу, я грешный, значит, мне все можно. Правда же, как хорошо. Правда же, я же грешный. Что еще надо? Что вы с меня спрашиваете? Нет. Лицемерие и лукавство –